Всем добрый день! Сегодня я расскажу, как с помощью очень простого и доступного всем продукта избавиться от морщин, очистить кожу, сделать ее нежной, упругой и бархатистой. Речь пойдет о горохе, вернее о гороховой муке. Известно, что гороховая мука была любимым косметическим средством древних римлянок. И даже императрица Екатерина II делала из гороховой муки маски для лица. Давайте мы с вами приготовим питательную маску на основе гороховой муки, которая поможет справиться с морщинами. Такая маска подойдет для любого возраста, в том числе и для зрелой уставшей кожи. Для приготовления маски потребуется 1 чайная ложка гороховой муки. Можно купить муку готовую, продаются в супермаркетах, а можно перемолоть с помощью кофемолки. Я перемолола кофемолкой. 1 яичный желток и 1 чайная ложка оливкового масла. Чтобы приготовить маску, все ингредиенты тщательно смешиваем до однородности. Итак, я добавляю желток в гороховую муку. Вначале смешаю желток с мукой. Желток с мукой смешался. Теперь я добавляю оливковое масло. Все ингредиенты хорошо смешались. Получилась однородная масса. Выглядит как. Маска готова к использованию, можно ее наносить. Наносить маску на очищенную кожу лица на 20-25 минут. Затем смыть теплой водой. Применять 1-2 раза в неделю, особенно в холодное время года. Желательно провести месячный курс, но даже после первого применения этой волшебной маски вы почувствуете, как преобразилась ваша кожа. Гороховая мука – это настоящий эликсир молодости, красоты и здоровья. Надеюсь, рецепт вам понравится. Попробуйте. Делитесь впечатлениями в комментариях. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. А я желаю вам удачи. Будьте здоровы, красивы. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь с друзьями. Желаю вам всего только самого доброго.